что если... Чем я вас оскорбил? Чем я вас лично оскорбил? Я говорю, вот подожди, чем оскорбил. Да, и что? И что, я плохо выгляжу? А что я сделал? А как я, что я сделал? Что я сделал? Вы стоите, жестикулируете, вы смеете. Фак, а, смею, это плохо. А вы там стояли, что-то хикали тоже вдвоем, непонятно, что курили, что вы делали. Отошли там без палева, там поисковали. Со стороны что это? А я, ну я видел со стороны то же самое. Что покурили. Покурили. У меня такое слово, я не знаю. Я не курю, просто не знаю. Я ж не курю. Я вас предупреждаю. Я вас предупреждаю, зачем вы встаете у вас? Вы занимаетесь своим делом, вас никто не трогает. Давайте мы вас будем снимать под ситуацию. И вы меня услышите. Мы вас не трогаем, вас не трогаем. Вы меня услышите, вас услышите. Если будет заявление о гражданах, будем принимать меры. Вам просто сказали, что если будет заявление, вы занимаетесь. Зачем вы подходите, предупреждали? Вас никто не трогал. Вас никто не трогал. Вас тоже не трогаем. Просто так, подожди. Я имею право подойти к вам, предупредить. Установить, нас что делать, мы снимаем. Какие проблемы дальше? Я какие-то проблемы сейчас узнаю? Да. Я вас предупреждаю. Время наше радио. Вы поняли, мы вас не слышали. Я вас спросила три раза, вы меня услышали. Я вас не хочу. Я сижу, как всегда. Я вас три раза спросила. Вы сказали, да, я вас услышала. Все, претензий не имею. Вы, кстати, качайте мне телек. Да нет, вы зачем это руками машете? Что вы делаете? Дай мне мою штуку, дай мне мою штуку. Это нельзя делать. Нет, не факт. Я так разговариваю. Это мой поистине вообще. Смотрите, подходите. Я вас научу. Подходите, да, такой-то. Что вы здесь делаете? Прошу вас от нас уйти, так как мы психи. Подлично вообще психи. Я вам доверяю, но у вас справка выдана. Заверенный, можно с нами провести общаться? Да, так что... А здесь справка относится ко всем лицам или только именно? Я думаю, это свои справки. Да, конечно, ты еще раз сказал, что мы не собирались. Все, мы уходим. Хорошего дня, ребята. Все, дальше снимайте. Смотрите, поезд тогда хороший. Антон Степанович, уже разговор, пожалуйста, с ними. Мы уже все закончили. Да.